Ноэс-лагерь, 28 декабря 2019 года. Здесь было КПП, хлебзавода и других подразделений. Сюда же можно было заезжать к складам через это КПП. Склады были вот так, если мы развернулись, и прямо, чуть левее. Также левее хлебзавод, здание хлебзавода. А здесь расположение подразделения, обслуживающее хлебзавода, сюда в левую сторону. Общежитие, ДОС. Мы подойдем к чайной школы поваров с этого места. Времени 11:30. 1 или 2 градуса тепла. Конец декабря, как я назвал уже дату, 28-е. Пользуясь случаем, поздравляю участников групп «Алтыслагерь», другие группы, с кем мы работаем. А вместе моих подписчиков на Ютубе с наступающим 2020 годом. Желаю всем счастья, здоровья, благополучия, успехов во всех начинаниях. Вот мы отсюда и идем потихонечку. Вот так элеватор. Элеватор. Вот он там виден. Забор, наверное, тут был раньше. Не могу сказать, был ли он, не был. Это вот тут баня в этом маленьком здании. Довольно неплохая сауна. Мы там были с вами. Фото, видео у нас есть в материалах группы. Кто-то узнает, кто-то нет. Это жилые дома были, ДОСы. Листвы нет. Единственное преимущество против других дней или сезонов, погодных условий. Тут листвы нет. Пасмурно. Такие колючки огромные. Еще сегодня поцарапался. Это жилые дома. Вот это чайная. Школы поваров, столовая этого же подразделения. Это жилые дома. ДОСы. Состояние плачевно, особенно вот который сейчас в кадре. Туда не зайти, не пройти. Ну, здесь мы бывали. Во всех комнатах. Еще раз развернемся в эту сторону. Вон там уже виден корпус. Мы прошли его. Вон там на углу виден корпус школы поваров. Учебный. Дальше котельная. Машины гудят. Это дорога проходит рядом. В правую сторону. Ютербок. Налево Алтыслага. Здание столовой. Вовнутрь заходить не будем, ни в столовую, ни в чайную, поскольку раньше мы бывали. У нас есть в материалах группы фото, как есть и видео. Но в такое время года не было. Эти вот растения, это снежная ягода. Что-то такое со снегом связано. Вот такие плоды или соцветия. Вот они. Извините.
здание столовой. Это новодел. Здесь что-то связано с газом или с канализацией, уж не могу сказать. Тут были работы, проводились года два назад, если не три. Вот здесь всем памятный водоем, фонтан был. Здесь же были лебеди в разное время. Здесь же место отдыха оборудовано, вот скамейки. Были скамейки, останки скамеек. Летом тут этого ничего не видно из-за бурной растительности. Ну, здесь мы кое-что сейчас увидим. Декоративный бассейн или фонтан. Посмотрели. Рядом же со столовой, вот сам корпус столовой, с правой стороны лаборатория, как называемая. Два зала больших. Мы там бывали с вами. Вход с правой стороны. Вот так прямо и направо через метров 60-70 КПП 141 школы поваров. Ну, в столовую можно заглянуть. Очень крепкая конструкция. Цела до сих пор. Ничего не отвалилось от нее. Видимо, здесь фонтанчик был или небольшой, или для питьевой воды. Здесь умывальники стояли, раковины. Ну и вот само здание. Зал приема пищи. Воин, помни, вынос посуды из столовой категорически запрещен. Но мы и не понесем. Не больно-то и хотелось. Ну вот, пообедали. Как меду напились. Да. Ну вот и все. Всем всего доброго. До свидания. До новых встреч. С наступающим Новым годом уже поздравил. До свидания.